У меня камера пошла. Да, пробуем стрелять из ХСУ, из автомобиля, с брони автомобиля через бойницу. Да, и посмотрим, насколько мы после этого будем глухие или как там вообще, что произойдет, как нас осыпет горячими боеприпасами, гильзами, да. Ну что, забирай. Сейчас снимем из салона автомобиля. Все сложено. Работает все нормально. Вот, снимем из салона. Потом я выйду с улицы, посмотрю, как это будет выглядеть с улицы. В принципе, из автомобиля со сложенным прикладом стреляется. Вот примерно из такого положения. То есть вот он. Ну ты целишься нормально, в принципе? Да, то есть он, ну, здесь же. То есть огонь будет прицельный? Да, то есть тут, по сути, тебе стреляться нужно. То есть вот он. Ну давай стреляемся. Слышь, мы потом будем. После того, как отстреляемся. Так, давай чуть-чуть угол изменю, чтобы гильзы рикошетили туда. Мне в лоб. Давай, да. Хорошо. Так. Давай, АБ. Автоматически. Да. Есть. Там пару коротких, и я выйду снаружи, посмотрю, то что будет. Как это. Слушай, ну прикольно. Прикольно на самом деле. Да. Вот. Ну, я бы не сказал, что очень громко. Ну да. Так, я выхожу на улицу, сейчас посмотрю, как это выглядит с улицы. Так, ну вот так выглядит наш автомобиль. Бронированная Нива. Вот, сейчас я подойду к бойнице, из которой мы стреляем. Так, вот наш автомобиль. Давай попробуй. Обалдеть. Класс. Слушай, кстати, это самое, могу тебе сказать, что здесь я оглох, а в салоне все прекрасно. То есть. Ну видишь, за счет того, что этот срез, он выставлен в эту бойницу, в принципе, более. То есть из салона вести огонь можно, но вот рядом стоять, вообще я просто оглох. Ну